В Доме дружбы народов работает выставка Веры Васильевой, единственной в республике мастера резьбы по дереву. Более 60 экспонатов доказывают, обычный брусок в руках профессионала может стать шедевром. Игрушки, посуда и огромные картины из дерева. Этот материал способен передать даже нежность ромашек. Возможно, потому что сделала их женщина. Вера Васильева – победитель множества конкурсов народного искусства, педагог дополнительного образования. Вот и на открытии своей выставки она снова и снова рассказывает о профессиональных секретах детям. Кто-то выкинул вот эту доску, да, а мы даем вторую жизнь. Кроме резаков в арсенале мастера – морилка, воск, масло, лак. Ну и, конечно, дерево. Так как я работаю с детьми, конечно, больше я использую липу. Липа – это самый податливый, мягкий материал. Но бывает и сосну используем. Затем у нас не только один вид резьбы по дереву. Когда работаешь с детьми, по программе нужно нам разные техники использовать. Это прорезная резьба, это сквозная резьба, это щипная, объемная, полуобъемная. И чтобы удержать детей в кружке, конечно же, нужно все это делать. Вера Васильевна занимается любимым делом более 30 лет. На творчество вдохновляют любимые ученики и новые успехи. На своем первом конкурсе в Нижнем Новгороде из 60 мастеров Вера Васильевна была единственной женщиной и заняла второе место. Ее работы очень отдают теплотой, душевностью. В любых ее работах это видно, что она хочет поддержать и оставить наше национальное родное. Выставка «Поклонись дереву» будет работать в течение месяца. Мария Шоклева, Борис Андреев, Республика.